В Рязанской области утвердили правила поведения, обязательные для граждан и организаций в период пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Николай Любимов в понедельник, 13 апреля. В документе говорится, что правила утверждены в соответствии с федеральным законом о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данный закон дает право местным властям принимать правовые акты, в том числе на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Как известно, в Рязанской области режим повышенной готовности действует с 17 марта. Он введен для органов исполнительной власти, однако в рамках режима, как и по всей стране, введен ряд ограничений для граждан. Они перечислены в правилах поведения. Документ во многом повторяет уже озвученные ранее меры профилактики распространения инфекции. Они обязывают граждан соблюдать общественный порядок и требования законодательства, выполнять решения губернатора, предписания должностных лиц. Также граждане должны соблюдать все доступные меры по нахождению по месту жительства, держать дистанцию от других людей не менее метра, приостановить посещение парков, а также зданий и помещений, предназначенных для проведения развлекательных, спортивных и других мероприятий с сочным присутствием граждан. Организации, в зависимости от складывающейся обстановки на территории области, должны обеспечить проведение эвакуации со своих территорий, оказать содействие органам власти. Они же представляют работникам и иным гражданам, находящимся на их территории, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты, а также приостанавливают свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан. В случае прибытия на территорию Российской Федерации сообщить на горячую линию по номеру телефона 50 64 87 о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом и свою контактную информацию. При появлении ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, соблюдать самоизоляцию 14 дней. В случае прибытия на территорию Рязанской области с территории других регионов сообщать на горячую линию о своем прибытии, а также принять все доступные меры по самоизоляции по месту жительства или пребывания, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, сроком на 14 дней со дня пребывания. За исключением граждан, прибывших, убывших в служебную командировку. Необходимо также соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, а также людям, страдающим заболеваниями по утвержденному перечню. Важно принять все доступные меры по нахождению по месту жительства или пребывания. За некоторым исключением можно выносить мусор, ходить в ближайшие магазины и аптеку и гулять с собакой.